Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер один на странице 46 учебника математики для второго класса автора Дорофеева. Выполнить вычисление с помощью числового луча. Пять умножить на 2 равно 10. 10 плюс 3 равно 13. 4 умножить на 3 равно 12. 12 минус 5 равно 7. 5 умножить на 3 равно 15, 15 минус 9 равно 6, 7 умножить на 2 равно 14, 14 плюс 3 равно 17. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.